Ну вот пошло. Нет. Все коробки. Все включено, да? Вот тут для коровок нежданная радость. Мария Карпинская. Осторожно, Мария, говорят. Да? Коровок боятся? Я не знаю. На прямые пальцы хватает. А давай я и выкину просто. Да, давай. Вот. Вот они здесь подойдут к тебе и попустят. Осторожно. Да я не боюсь рабов. Она махнет головой, а рабов рядом за ней. Нечаянно, да? Какие хорошие коровочки. Ой. И потом. Не, ну у меня больше нету. Нету, детка, все. Она за мной. Все, коробки больше нету. Какое стадо хорошее. Но они не все съели из рук одна. Знаешь, кому-то нравится, кому-то нет. Ну да, кто-то вон боится. Смотри. Ага. Хороший. Но мне сказали, что данжер осторожнее, а то рогами попадет. А я не поняла, он что-то, может, им кричал, чтобы они не нападали или что-то. Ну, может быть, ага, коробки хорошие. Ну вот, с вами Мария Карпинская, коровы. А куда без коров? Вот так в центре Ауравильской дороги, считай, города Ауравиль, город Понтичери. Вот такое шикарное стадо коров. Они идут с пастбища. Да. Сужено. Сужено все идут, все.